Эля едет вон там в своем велосипеде. Это наша племяшка. Аделя. Мы гуляем здесь на аллее. Вон там сделали бизнес. Батут стоит, мороженое, сладкая вата. Бассейн поставили, где можно ловить рыбку. Там где-то в стороне роддома жгут, как я поняла, мусор. Вся аллея пахнет. Мы сидим на скамейке, девочки там тусят. Я себя немножко сегодня почувствовала матерью двоих девочек. Тут еще есть братишка, но он просто большой, ему 12 лет. Детки здесь катаются на нет. Забыл, как это называется. А, на скейтах. А детки думают, что это горка и катаются на попе. В общем, мы устали сидеть дома, и несмотря на жаркую погоду, приехали на Каратал. Тут бодрящая водичка. Люблю эту водичку. Девочки тут сидят, на пледике играют. Сейчас будет моя очередь окунуться. Нашли тенечек. Нам было настолько жарко, что уже все равно было где купаться. Мы, в принципе, нашли неплохое местечко. И сейчас пойду окунаться в эту охлаждающую, бодрящую водичку.